Привет, привет, всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал Турецкий Папаши. Друзья, я сегодня что вам хочу сказать, рассказать. Сегодня я хочу вам показывать, что как в Анталии дуплекс квартира, друзья. Сколько стоит и как выглядит. Хочу вам показывать. Это район сейчас, где я живу, друзья. Это Унжалы. Это мой сестры дом. Она здесь живет. Это дуплекс, друзья, два этажа. Обычный дуплекс. Еще есть, например, наоборот дуплекс. Ну, типа, в Турции называется терс дуплекс. Но это обычный дуплекс. То идешь, вход есть. Потом внизу есть одна комната, кухни и балкон. И наверху два комната и одна балкон. Я сейчас в балконе сначала наверху начну вам показывать, друзья. А потом вниз тоже буду вам показывать. Кстати, это район Конъялты, друзья. Вот это Унжалы называется улица, Унжалы Маллеси. Это престижная улица, можем сказать, в Конъялты. И здесь обычно квартира тоже очень дорого стоит. Например, Лиман Хурма и Унжалы. Это три улица очень популярны. Обычно здесь дорого стоит, друзья. Еще Гюрсу тоже, конечно, там тоже дорого. Но вам сегодня буду показывать Унжалы, это Унжалы и какой квартира, дуплекс есть у сестры и как он выглядит, друзья. Давайте вместе посмотрим. Вот, друзья, вам сейчас хочу показывать, как у них балкон. Вот, посмотрите, у них очень красивый вид. Вот, даже на горе есть снег, друзья. Вот, феврале уже мы. В феврале Анталии погода такая. Вот, друзья, это обычный балкон. Только здесь еще есть у них сад. Это тоже у них. Вот там. Это все сад. Тоже их. То и вниз есть балкон, и наверху есть. Вот такая. И здесь наверху и напротив обычный есть тоже сите. То в этот районе, друзья, все сите. Ну, сите типа 2-3 блок минимум. И у них обычно есть бассейн, у них есть закрытая парковка. Поэтому обычно и парк, вот такие парк, детский площадь. И много здесь такой. Ну, могу сказать, что такие престижные и крутые квартира здесь обычно. Вот такая. Тася, привет. Юсуф, мереба. Ne yapıyorsunuz siz bu? Evet. Tamam kızım. Вот, друзья, у них это спальня. Вот здесь обычный спальня. Вот такая квартира. Evet, orada tavşan var. Можете посмотреть. Это не очень большая, не очень маленькая. Ну, обычный спальня. Комната. Кстати, а как по-русски здесь есть зайка? Как по-русски здесь есть зайка? Это мой зайка тоже, знаешь? Вот, выйду из этой комнаты. Вот, друзья, здесь есть одна туалет, ванна. Это наверху. Вот такая. Туалет есть. И здесь есть одна детская комната. Вот вам покажу, показывает. Вот. Это тоже небольшая, друзья, комната такая. Вот здесь. Можно сказать, это еще меньше той комнаты. Твоя комната больше, это Тася. Мне кажется, моя комната больше. Да, твоя комната, мне кажется, тоже чуть больше. Ну, это обычный детский, вот здесь есть детский кровать, столь, ранза называется. Ну, тоже неплохо. Вот, друзья, это их салон. Коридорный салон. Вот это, кстати, мой фото. Это я когда был в университете, я один фоткал, и моя сестра так делала красиво. Вот, это мой, и здесь для нас,
И это Березу. Это дочки моей сестры. Два дочка есть у нее. Вот такая крутая. А это фото папы моего. Это фото мой домой, сладкий. Давайте вниз идем потихоньку. Вот, друзья, у них есть лица. Вот, вот такая. Вот идем вниз. Такой лестница. И здесь есть, друзья, одно место, ну, типа вещи поставить. Обычно, которые не используешь, то вообще очень крутой, который тебе, например, не нужно. Вот даже свет есть, вот. Типа депо это, вообще очень крутой. Хотя бы у нас тоже было бы такое. Но думаю, что это очень удобно. Которые тебе вещи не нужно, ты можешь поставить сюда. Вот, друзья, здесь еще одна туалет, ванна. Вот такая душ, обычный душа кабин. Вот, можете посмотреть. Это обычный. Еще здесь есть у них, конечно, комби. Здесь, кстати, здесь газ нету, но комби есть. Это электрик работает, электричный. Вот. И здесь обычный салон. У них салон вот такая. Кстати, дети здесь. Еще. Вот салон такая, друзья. Вот у них балкон здесь, друзья, еще одна. И вот салон такая. Салон тоже не очень большая. И кухня там, друзья. Кухня вот там. У них балкон мне очень нравится, друзья. Я хочу вам показать балкон. Сударя, звона слышали? Вот, пришли, друзья, куда? На балкон. У них балкон очень крутой, друзья. Вот. Такое дерево, лимон, портокал, апельсин. У них такая сита. Вот здесь тоже. Какие-то из дерева. Нет, тоже здесь есть цветочки. То, друзья, можно сидеть здесь летом, весна, осень, пить чай, побалдать. Вообще очень круто. И курить кальян. Мы с Уром очень любим кальян. И даже можем курить здесь. Будет очень крутой, думаю. Вот, можете посмотреть, друзья, такая у них квартира. Вот так, друзья, давайте сейчас что делаем, что уточним, сколько стоит эта квартира, например. Если вы хотите покупать такой красивый квартира, и сколько будет стоить? В этом районе, да, да, интересно. Этот район, интересно. Обладжим, Özlem обладжим. Мы с вами сразу не будем. Будем, как далеко от вас? Как далеко от вас? 900 En son görüştüğümde işte dedi 1500 olmuş, 1,5 milyon olmuş. 900. Olabilir. Olabilir son. Evet. Değil mi? Evet. Друзья, этот квартира, знаете, например, 6 месяцев или 7 месяцев назад, вот сказал 800-900 тысяч лир. Ну, последние 6 месяцев цены очень много поднимали, друзья. Очень высокие уже цены есть, поэтому сейчас я спросил примерно 1,5 миллиона лир. Это именно 100 тысяч евро, друзья. Примерно. То это примерно 100 тысяч евро дуплекс
и три комната. Ну как три комната? Например, вот это мы первом этаже, салон, первом этаже салон спальни. С кухней, и есть там одна туалет-ванна, угу. И наверху есть туалет-ванна, и угу. Там одна спальня и детские комнаты. А сколько площадь примерно квартиры этой? А? Ну, сколько квартиры квадратных метров? Квадрат? Это кашма требующий человек. Metrekare olarak yanlış değilsen burası 100 vardır ama değil mi? Evet. 100 yok. Hayır, sevo ona primer. 95 говорит. Ну, знаешь, раньше был 90, они из как сказал, чуть-чуть делали больше балкон, раньше был больше, например. Они ремонт делали и балкон чуть-чуть убрали и делали комнату. Вот раньше, например, балкон был такая у них. Сейчас примерно 95, максимум 100 квадратов такой квартира. И стоит, друзья, 100 тысяч евро. Еще, например, в этой сети что есть? У них есть закрытая парковка, детский площад, бассейн есть у них, сад есть. Ну, типа, все есть. Красивее, например. Только, по-моему, фитнес я не видел. Нету. Фитнес-центр вар мы бурда? Мам. Аблажим. Фитнес вар мы с полсалона? Ситэн чарсинде. Ситэн чарсинде. Да. Есть, например, сите много, которые есть фитнес-центр. Да. Ну, в этой сите нету, но все это не очень знаю, как сказать. И обычно, которые есть, они маленькие так фитнес. Не знаю, сколько там нету. Вещи, поэтому это не страшно, думаю. Mm-hmm. Ну, если вы хотите вот друзья, такая квартира примерно будет 100 тысяч евро и вообще престижное место. Это еще далеко и море, можем сказать, сколько. Например, Лиман на пешком можешь идти, да? Mm-hmm. 15 минут, 20 минут, даже Хурме тоже, если ты не очень около гора живешь, около гора, то ты на пешком можешь идти до моря. Ну, например, в Унжале пешком далеко будет, друзья. Примерно сколько ты, Катя, думаешь, если пешком отсюда до... Ну, час минимум. Да, даже больше. Больше, да? Да. Ну, полтора часа можно ходить, если... На велосипеде, как вариант. Ну да, велосипеды вообще будут идеальные. Ну, как идеально, летом по жаре. Нет, летом, да. Ну, как идеально, например, лучше, чем пешком ходить. Ну, да. Ну, вам машина нужна, друзья. У вас есть машина? Да, здесь надо на машине. Ну, да, машина, конечно... Ну, может, кого-то не будет начинать, поэтому... Тем не менее, цены здесь примерно такие же, как в Хурме и Лимане, даже дороже, мне кажется, иногда дороже. Я посмотрю цены, mm-hmm. Да. Здесь, например, я смотрю, аренда этот сколько, район, например, да. Этот район. Район, аренда всегда дороже здесь. Потому что было. Здесь я дороже, тоже... друзья, я тоже не знаю, потому что, может, здесь школ много хорошие, красивые есть. Вот что мы, сладки. Вот, друзья, у нас была такая сегодня тема, такое видео. Надеюсь, вам понравилось. Я хотел вам сегодня показывать, что вот такой дублекс сколько стоит и как обычно выглядит и сколько квадратов. Вот обычно такой в Унжале много есть, друзья. Если вы хотите, например, купить квартиру, конечно, в Унжале, Лиман, Хурме. Это все в Конъялты район, то вы можете любое место покупать. И все, как сказать, очень... Похоже. Похоже, очень красивый, потому что все сите и так красивый дорог, парк много mm-hmm. есть. Везде одинаково, можем сказать. Цены тоже примерно очень похожи. Вот это то уже зависит от выбора. То если вы хотите близко к морю, конечно, вам надо в Хурме или в Лиман покупать. Ну, Лиман, Хурме, вы знаете уже, мы там живем. Мы там тоже вам показали один, например, который был близко, но это уже ваш будет выбор. Спасибо вам большое, друзья, посмотрели, что наш видео. Надеюсь, вам было интересно и вам понравилось. Если, пожалуйста, не подписались на наш канал, подпишитесь. У нас еще много очень интересных видео будет. Всем пока-пока.